Засветить стань ярче, особенно в темное время суток. В Серпухове на площади Владимира Храброго ученики 4-17 школ совместно с сотрудниками госавтоинспекции провели акцию. Вот такой зажигательный танец в ярких фликерах исполнили школьники. Своим флешмобом ребята хотели рассказать всем прохожим, что в темное время суток обязательно надо носить световозвращающие элементы. Засветить, значит, чтобы водители видели пешеходов на дороге и не сбивали, чтобы было мало таких ситуаций, которые происходят на дороге. Ну, одевать такие же ленточки, как у нас, и одежда, чтобы было заметно и не выбегать не в положенных местах. Еще можно, продаются такие значки тоже, прям такие красивенькие, можно их тоже прикреплять, чтобы было всем видно. Световозвращающие элементы позволяют водителям увидеть пешеходов в темное время суток. Значительно снижается риск возникновения ДТП. Об этом школьникам еще раз напомнили сотрудники госавтоинспекции Серпухова. Данная акция проводится в рамках областного мероприятия «Засветись». Флешмоб, посвященный популяризации соблюдения требований ПВД, а также использования светоотражающих предметов. Полицейский отметил, сейчас у детей и подростков популярны куртки со световозвращающими вставками. Это красиво, модно, а самое главное – безопасно.